Всем привет. Я тут на карту зашел. Смотрю квест. Оказывается, это сбор сувениров. А как? Для кого собирать сувениры-то? Сувениры. Понятно. Так, вообще говоря, вот что. Я хочу с кроликом подраться. Найти бы его только еще. Кролик. Ни разу не активировал. Не знаю, смогу ли активировать сейчас. Так, слышно. Но очень хочется. Так. Только тут надо перебить всех вроде бы. Так, тихо. What? Не врубился. Ты чё? А, вот сувенир. Поврежденный жетон. Да, я понял. Говорят, надо перебить сначала всех тут. Хотя они вроде не враждебные. Так, ну вот и, собственно, кролик. Наверное, надо эквипнуть урон сначала. Урон в ближнем бою, урон в дальнем бою. Да, вот так. Ну как-то не знаю, и долго его бить. Блин, я вот не сохранился, только нифига. Thank you.
Кролик, давай. Ага, вот. Гигантская машина. Я кролика активировал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Ага. Опыт 14. Офигеть. 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и все, наверное. Фига, блин, за него два уровня. Три уровня. Дают. Ничего себе. Круто. Ядро робота. Деталь усиления Б. А. Так это тут еще и шанс дропа можно поставить, да? А деталь усиления Б, ну, Б-то у меня есть. Нога робота. Офигеть. Вот такой вот кролик. Прикольно. Я, пожалуй, еще один заходик сделаю. Не знаю, записывать это или не записывать. Сначала надо сохраниться, конечно. Ну, почему бы и не записывать? Не каждый день с кроликом деремся. Надо так загрузиться. Надо как сделать? Сохраниться. Потом загрузиться, да? Так вот. Вроде бы да. И он вроде бы должен резнуться. Нифига, три уровня за него дают. Сразу. Когда тут, блин, прокачаться вообще нет проблем. Чуть-чуть времени потратить. И ты 99 уровня. Тогда вообще никто не страшен. Станет, наверное. Так, знаешь что? Надо только этих всех ликвидировать сразу нафиг. Вы нам помешаете. Этот вроде добрый был. Этот вот нет. Зомби.
Зомби машин было написано. Только сейчас обратил внимание. Зомби. Зомби робот. Прикол. Ладно. Что-то надропали еще. Так, шанс дропа надо поставить, что ли? Или, может быть, лучше поставить... Ну-ка, правда, может, опыта лучше поставить? Оружие, программы... Вот смертельное исцеление в данном случае мне не надо. Десять данные противники. Шкала навыка. Не надо. Текстовый журнал оставлю. Мини-карта удаляю. Поставлю опыт. Прирост 15 ячеек, шанс выпадения. Сколько у меня ячеек свободных? На, ну шанс выпадения могу поставить. А, нафиг с ним с опытом. Поставлю шанс тогда. Ну что, давай. Крольчатина. Подеремся еще раз. Ему, наверное, определенное количество урона надо нанести, чтобы он активировался. Взломать можно, интересно? Нет. Вроде бы. Жирный. Ага, есть. Пипец. Ваншот. Ядро робота. 76 уровень. Два уровня дали. А что такое? Ладно. Я еще один заходик сделаю, наверное, без записи. И потом дальше пойдем. Короче, кролик еще 3 уровня дропнул на одном заходе с шансом, с приростом опыта. И еще одну деталь Б для улучшения. Для улучшения дрона. Но мне Б не нужна, мне С нужна. Где ее взять, я не знаю.
Я хочу с Эмилем подраться. Если я его найду, конечно. Что-то я его не слышу нифига. Что-то я его не вижу и не слышу. Я Эмили не слышу, меня это настораживает. Я так хотел с ним подраться, а его нет. Ну блин, почему? Лоси, идите в лес. Кстати, на ту вот хрень я так ведь и не запрыгнул. Ни шиша. Шуршит. А, во, Эмиль появился. Здорово, чувак. Да блин. Куда вы беретесь? Подожди, а при чем здесь? Я вот, вот, да. Понятно. И вот теперь надо
валить к нему в дом, вскрывать этот ящик по ходу, и тогда будет битва. Окончательно бесповоротная. Ау, что-то этот взлом вообще не помню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И чё? Блин, чё с ними связываешь? Нафиг они нужны? Готов. Хе-хе. Да. 79 уровень, ребята, это вам не в тапки срать. Мир, говорит, катится в тартарары. Залезли воры. Он сохранится только, наверное. Вообще не туда куда-то бегу. Блин, что за взлом у меня попадаются незнакомые? Сразу! Здесь сохранить, что ли, не знаю, даже нет, здесь смысл-то сохраняться, бежать, хотя пофиг, тут растительные просадки FPS. Давай сейф и пошел тогда, чё. Так, как здесь? Куда здесь? Я не знаю. Отсюда. А, вот так вот, да. А, ну нормально вообще-то. Сюда? Ай, нет, 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 не сюда, не сюда, нет, не сюда. Ну не знаю, 99 уровень, ну 20 уровней разницы, в принципе, нормально с одним, хотя может и не нормально, сейчас посмотрим. Так, тут надо бежать вот так, значит. Первый фонарик, вторых налево. Первый лифт налево. Налево, 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 так. Второй лифт. Второй лифт направо.
Блин, только тут не потеряться бы. На, вот сюда. Вообще, взлом поначалу казался ужасно сложным. Сейчас уже потренируешься маленько. Нифига не сложный, оказывается. Даже на клавомыши. Ну чё? Где тут сундучок-то? А, вот он. Да и блин. Голова Эмиля. Чё с голова Эмиля? Пули Эмиля. Используйте, чтобы превратить пули в врагов. Используйте, чтобы превратить пули в головы Эмиля. Пули врагов, головы Эмиля. Да, попробуем. Прикольно. А когда это у меня появилось? Пули Эмиля, что-то я... Что-то я не помню этого момента. Все, тут больше нет ничего. По-моему, считать, что нет. А, вот. Так, и чё? Эх, он для взлома какой сложный. В смысле, долго как взламывается. Нифига себе. Блин, ну я вроде понял, тут надо защиту от дальнем бою. Ага. Как его долго активировать взлом? Ну-ка, парень. Да. Короче, надо эквипать. Урон в ближнем бою, урон в дальнем бою, защита, не, защита. Ага. Ауй. Ну, это фигня. Главное, что он не ваншотит. Главное, что лечиться можно. Зараза.
Я даже не знаю, тут имеет смысл взлом использовать или нет. Потому что взлом что-то не особо дамажит его. Ну сколько вот? Покажите мне урон. Мне кажется, его так проще закон. Урон нанес без всякого взлома. Ладно. Давай. Каратист был намного жирнее. Раз в 10, наверное. Когда я с ним сражался. Это фигня. С тобой, Эмиль, я разберусь. Хотя, может, у него вторая фаза есть, конечно, я не знаю. А, то есть он не умирает? Хорошо. Выучили оружие головы Эмиля. Что? Ну ты же на меня не обиделся, да, чувак? Я же не со зла. Или он сдох? Но он вроде не сдох. Да, в этой игре уровень решает, прям вот решает. Почти в 90% случаев битв. Или ты помер? А торговать я с кем буду, и парень. Ладно, что с оружием дали? Голову Эмиля. Уникальное оружие в виде головы Эмиля. А, ну это типа перчатки, да? Ну ладно. Они, правда, не дамажат нифига. Где их прокачать?
Так, не сюда, что ли? А отсюда куда? А, что-то я тебя не заметил. Извини, чувак. Эй, как ты увел нужно? А что, прикольное оружие, мне нравится. Я с ним даже побегаю, наверное. Надо его апнуть только. Выход, а? Как трудно жить. Вроде он. Ну, в смысле, выход. Что они делают, эти головы? Ладно. Если не посмотришь, все равно. Надо же. Первого раза выход нашел. Блять. Ладно, хрен с ним. Так, надо мне, куда надо мне? Мне надо в лес. Не в лес, в замок. Ну да. Все, ты больше не будешь тут ездить, что ли, Эмиль? Дайте мне хотя бы один. Так. Королевские покои. Все правильно. Так, головы Эмиля.
Все, Макс. Шестьсот восемьдесят четыре, 570, ну это получше будет, конечно, 380, хотя у них минимум, минимальный. Стойкость, скорость атаки. Мне вот глупость ангела вообще-то нравилась. Новенький винт, 3 штуки. Все бы, конечно, прокачать, но блин. Вот это я прокачаю, пожалуй. Да. Сколько у меня, кстати, белых, сколько черных. У меня нифига не все оружие. 56% всего, офигеть. Где остальное искать, я вообще понятия. Белый клинок, раз. Белая катана. Белое копье. И белые доспехи с востока. 4 есть, а черные? Черный клинок воинов востока. Черная катана воинов востока. Черные вот эти хрени. У меня, походу, копья нет только. Потому что вот тут же белые да, вот у меня черного копья нет какого-то. Где его взять? Белое копье самурая с востока. Черное копье, блин. Я не знаю, где брать. Надо это посмотреть. Офигеть, столько бегаю, до сих пор копье не нашел. Кстати, а тут ведь есть где-то в этом лесу есть сундучки для меня. Что? Офигеть, ваншот. Это я не понял, это кто так кричит, Олег? Подожди, я не понял, что за звук был? Это кулаки Эмили так орут? Как-то я неудачно приземлился.
Блин, здорово. Ау. Не-не, не хочу я тебя взламывать. Да, точно, это кулаки Эмили, когда, видимо, они врага повергнут, когда враг повергнут, они издают звук. Эмилевский голос. Прикольно. Ладно. О, я тут это, маркер обнаружил. Лол. Пойду схожу. Ай, блин, автоподбор что ли поставить? Я не хочу через замок бежать, я до кузнеца. Еще раз. Блин, хотя там вообще-то... Мне ж кузнецу тут не надо. Сохраниться и... А где это? Королевские? Что? Королевские покои? Ну, видимо, да. Так, и где? Стоп. А, это назад надо бежать, что? Блин, ту гусеницу не убьешь, а доставать будет, наверное, да? Ай. Меня... Так, ладно. За гусениц больше всего опыта дают, походу. Это я, конечно, точно не знаю, но... Такое ощущение, что... Так, это надо прыгнуть сюда, что ли? А... Потом что? Я нифига не вижу. Вот, если даже кто-то тут стоит, я нифига его не вижу. Понимаешь? Вроде бы нет никого, да? Я уж не настолько слеп. А где? А, во! Смотри. Значит, кто-то из нас выжил. А, да, кстати, да, я слышал ответы модель, которую называют 9, верно? Верно. А я 4, и удивительно, что ты еще жив. Ты модель 4-го типа, вы, ребята, высадились намного раньше, если я правильно помню. Я был уверен, что не встречу других моделей типа сканер. После того, что случилось с бункером. Что вы здесь делаете? Собираю данные противники. Может быть, верху уже в прошлом, но сопротивление еще действует. Пока мое тело работает, полагаю, что должен приносить пользу. Если у тебя есть информация о местных врагах, можешь поделиться ее со мной. Это единственное, на что я способен. Конечно, я передам тебе все, что мне на данный момент. Задание принято. Вы передали. Я постараюсь, но я не смогу ходить в местность в одиночку. Все, спасибо. Отлично.
Фоткаю, что в ресторане. Станислав. Память форма. Да здесь я знаю еще какие данные, хорошо? Какие данные-то надо? После падения бункера 4С модель схожего типа с андроидом укрылась в лесном замке, хотя отряд верхней был уничтожен, все еще пытается добыть новый гейм, если только мог, он просит получите новые разведданные о врагах и передайте их. Ну, маркеров, конечно, здесь нету. А каких врагов я еще не видел? Я уж, по-моему... Господи. Подземный колесо. Казалось, я уже всех, кого можно, тут видел. Мне вот сюда надо. Это фабрика, да? Ладно. Как туда попасть? Там что-то стоит, что ли, кто-то? Или что там? Что там в углу, вон в правом? Зачем я на эту кнопку нажал? Не знаю. Будем считать, что глюк. Фабрика. Так, и что тут где есть? А. Блин, где? Вот. Так, внимание, запрос на немедленную поддержку. Кто-то еще живой. Ну где? Ну блин, кто бы сомневался. Так, пустыня центр. А. Окей. Хрюндель, поехали кататься. Кстати, лут можно собирать прямо на кабане. Даже без автосбора.
Люди, давай, разгоняйся. Ну, что там? Чё он не разгоняется? Чё тебе надо? Как тебя разогнать? Вау! Асакута! Кьюзо не мекай! Круто, да? Ау. Ну-ка. Это фишка, не ходит. Ау. Ау, 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 ау. Фак ты мой. Ах ты, чертяка. Дропнул хоть что-нибудь нормальное. Ядро робота. Давай. Ай-яй-яй. Да не, парень, у тебя шансов нет. 79 уровень. Ты чё, 80 уже даже? Прикол. そうか。遺品を渡しに行こう。Ну, блин. Всех убили. Так, что тут в пустыне еще есть? Так, тут что осталось? Тут испытание песка. Не получать урона. Я не знаю, буду я его делать или нет. Не уверен. Так, куда мне надо? Лагерь сопротивления, правильно? Или где, кто мне задание-то давал?
Господи, почему карта-то не уменьшается еще? Хрен поймешь. Так, куда идти? Сюда, да? А, ну да, сбор сувенир, флаг сопротивления. Такс. Но я просто хочу, чтобы их души нашли покой. В всяком случае, это желание, которое я вкладываю в эти цветы. Еще раз спасибо за помощь. Могу я признаться кое в чем? Я рад был серьезно ранен и не мог сражаться. Я чувствую облегчение, потому что это позволило мне сбежать. Максимум ОЗ. Плюс 6. Полное восстановление. Сложный механизм. Метеорит. Что-то улетело. Не помещается что-то, да? Это максимум Z. Офигеть, у меня максимум Z не влезает. Не влезает их всего. Чем выкинуть? Продать. Теперь, наверное, влезет, да? Хорошо. Что-нибудь скажете новое? Так, это, кстати, не... продано. Почему у меня его нет? Ладно. На этом моменте я серию закончу. Продолжу в следующей. Пока-пока.